На танцпол приглашается, уже на танцполе даже. Представители таких команд, как Замес Крю, в первую очередь, Nothing to Lose и Green Panda. Не забывайте свои корни, People, People, жук, дальше у нас шума, come on! И против него не просто бибой, а также стендап-комик, любитель публики, представители команды One Piece, yes, мистер Шорин. Ребятки, у нас 8 раундов. Это настоящая проверка духа, выносливости, арсенала, движений, всего остального. DJ Cube запускает. Надеюсь, парни, вы готовы. Надеюсь, вы подышали, подготовились. Судьи неизменны. Погнали. 8 выходов. Let's go. Viva Online. Amen.
раунд номер 7. Седьмой. Come on, Степа. Вау. Ответ. Мощь! Заключительный восьмой раунд. Время поддержать, пацанов. Come on, come on. Shorty fingers. Nice. Beetle. Signature. Вот так вот это было. Надеюсь, все это не зря. Вы цените то, что мы это делаем для вас в первую очередь, чтобы дать вам горячие, красивые батлы, так как это было раньше, возродить. В лучших традициях Hook and Roll the Most. Также нам нужно 20-30 секунд, чтобы судьи посчитали батлы. Наверное, они уже посчитали, да? И на раз, два, три мы узнаем, кто забирает у нас второй Exhibition Battle. И это раз, и это два, и это три. Beatle! Nothing to lose! Green Panther и замес Крю! Дайте овации господину Шори Фингерсу в One Piece! Yes! 8 выходов, ребята! Это не шуточное испытание, между прочим. Come on, come on, come on!